9 июня пляж Федерального детского центра «Смена» превратился в большую сценическую площадку. Открытие летнего сезона – всегда долгожданное событие. Всех сегодня хочется поздравить с открытием курортного сезона. Пожелаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, радости и мира на нашей земле. Администрация Субсекского округа подготовила насыщенную культурную программу для жителей и гостей курорта. Самые активные участники праздника – дети. Для них сегодня игры, танцы и бесплатные сладости. Нам понравился праздник. В принципе, как и всегда, в хорошем ритме проходит. Интересно. Да, Яко? Заворожил зрителей своей хореографией шоу «Балет Югра». Ребята – чемпионы мира по шоу-танцам. Это сочетание современности и классики танца. Путешествием в историю стало театрализованное представление «Первые подвиги короля Артура». Настоящие рыцари вдохновили даже самых серьезных зрителей. Солнечное настроение и экзотику в программу внесли артисты туристического комплекса «Африканская деревня». Праздник вообще шикарный. Шли, не ожидали, просто хотели погулять, а увидели тут такое празднество. Самураи, гейши, сумо, вообще просто красота. В завершение праздника каждому зрителю достался кусочек лета, солнца и позитива. Организаторы приготовили огромный торт, который символизирует лето. Новый курортный сезон 2013 открыт.